Для столовой этого дома мы выбрали пол с коллажами из разных пород дерева. На самом деле эти цветные коллажи по специальной технологии нанесены на пробку. Она позволяет сымитировать, например, мрамор или песок. Сам процесс схож с печатью на принтере. До печати поверхность пробковых заготовок шлифуется и покрывается белой краской. А после печати уже готовые изображения специальным лаком. Этот пол сразу вдохнул жизнь в наш интерьер. Изюминкой проекта стал разноцветный пол. Какой интересный пол. Это пробка. Пробка? Да. Способом фотопечати нанесен рисунок. И что, она не стирается? Нет, она не стирается, она очень долговечная и очень мягкая. И хорошо держит тепло.